И всем привет, вот мы вернулись в игру. Там внизу что-то есть, миссия какая-то, да. Блин, я взял с собой много бахронат этих. И тяжелый стал, ничего, потратим их. Немножко аптечек прям сделал. Вот на что тряпок хватило, он то и сделал прям чуть-чуть совсем. Тряпки есть, о, аптечки есть, еще и тряпки, отлично. Блин. Летние каникулы. Пушки долой. Так это все, что ли? Серьезно? Что тут мастеришь? Мадам. Что-то там крутит, делает и что-то делает. Так, порох возьму. И вот это возьму. ППшки. И вот это. Это. О. Все, бери. Это мы все потратим. Это же консервы или что это? Да, похоже на рыбные консервы. Ну, наверное, на рыбные. Ну, а кушать... А, нет, я думаю, кушать готовит там что-то там... Что-то там умничает. О, аптечки. Я даже рад парочку аптечек. 10 штук есть. Вау. Капец. Так, это все берем. Чё, как? Тоже все беру. Картошку с яблоками жаришь? Ну, давай. Вполне себе съедобно. Так, что это у нас? Это не... Нет, это можно взять и разобрать. Отлично, аптечки. Так, это тоже можно все разобрать. О-о-о. Что ли? О, бочки можно пихать. Внезапно. Так, тут уже все вскрыл. Это пропустил. Это что, у них типа сортир, что ли? А, нет, это душевая, скорее всего, а не сортир. Кто тут сортир будет под землей устраивать? Так, давайте я сейчас все заберу. Лишнее выложим. О! Нормально ты смотришь, блин, пропустил столько аптечек. Шмотки. И задание есть. Камеры, сенсоры. Вирус. Какой еще вирус? Серьезно? Где это мы? Вот он я. А где, куда нам надо идти? Туда. Ну я просто не вижу себя на карте, Дима. Вот он. Носики, куда же ты смотришь? Вот сюда. Поддержка огнем или вот сюда? А, вот вирус. Ну, ставим. А, у нас есть метка, в принципе. Что нам там ставить-то? Допотопный джойстик. А ты в чемодане смотрел? Да. Сейчас я тут все разгружу. Что надо, переработаю. Так, вызвал транспорт сейчас. Заправим. Thank you.
Во что ты там ударился? А, в дерево? Тьфу, блин, я его не видел даже. Сутулая собака, иди сюда. Бегать я не могу. Пока что. Ну, мы сейчас разгрузимся. Давай-ка. Что-то даже взорвалось, наверное, мина. Еще выше надо брать. Спалился, кажись. А где там те пушки работали по мне? Я не вижу их. Вон она. Иди в баню. Заряжена. Есть. Что-то отвалилось. Еще раз для профилактики туда же. Не пукай мне там со своим пистолетиком. О, это я вовремя чего зашел, ракета полетела. Сейчас. Где-то беспилотник, вот он. Как громко. Где ты там, который ракетки пускает? Не вижу его. Эти маленькие роботы, нет, блин. Обзавелись пушками уже, ракетами. Точнее говоря, ракетницами. Я не вижу его. А вон он. Вроде попал. Тут у меня еще пассивает. Пулемет там отвалился или нет? Вроде да. Там все дымится. Ой. А, вон он, вижу. Теперь вижу. На тебе. Я могу перебрасывать, а ты не можешь. Что-то отпало. Ничего не видно. Что это? Ага, я мало кто роботов делает. Я не попадаю в него, прикинь. Надо ближе подойти. Не знаю, что ты там производил, но теперь ты уже ничего не производишь.
щелочку? Ты не офигел ли в щелочку не стрелять? Птичку возьму. Вот я тут хорошо прям закинул. О, птичка, это хорошо. Чего хорошего? Так, сколько этих патронов? Мало уже. Давай нам по пятку перейдем. А тут мин больше. Бронебойных, ой, бронебойных уже 2000, пока на бронебойке поеду, да. Башенька какая-то, а? Ну-ну-ну. Жопа съезжает с камушков. Нормально, да? Ага. Тварь. Минометик имею. Слабое очень оружие. Ну не то, что прям совсем слабое. На мелких. Ой! На мелких. На мелких подходит. Ой-ой-ой. Пропихнулся. О, как я тебя пропустил. Блин. Не стреляй рядом с собой. Еще ни черта мне не дал, козел. Ну-ну-ну. Их спавнит где-то постоянно. Надо быстрее убивать, иначе это будет бесконечный спаун. Блин, свинец. Птичка, хорошо. Ты опять щель меня там увидел? Ой, я бегать не могу. Ляха-муха. Капец, что происходит.
Да что за, блядь? Отовсюду лезут. Да что ты там, блядь, на что-то там постоянно становишься, что не можешь, блядь, пройти ни хрена. Где дверь, наверное? Это не дверь. Это не берутся вообще. Отсюда, из дверей. Да как? Как он все из меня? Блин, посмотри отовсюду. Тут я... Вот он. Сдохла там или нет пушка? Сломалась? Отлично. Дурдом творится здесь. Пик-пик, меня, блин, зрение хреновое. Красное все, как будто бы здоровье. Но вообще-то здоровья не очень много, да. Но. Используй эту штуку вот здесь вот. Честно, заорет. Что-то я расчихался. Дымится, ни черта не видно. Поломалась эта фигня или что там такое? Вроде поломалась. Так, а давай тебе. Так, это бронебойки. Давай-ка оболочку. Отслеживать. Еще одну штуку можно использовать. Правда, это без понту, конечно.
идрине фени. Я сейчас пимкну там, блядь. На. О, тихо стало. Так, глушитель для дробовика. Берем в хорошем качестве. Так, пистолет Волков. Еще один пистолет Волков. У меня же уже есть. Можно типа разобрать. Здесь, чтобы разобрать. Не знаю, эти штуки вообще есть смысл разбирать или нет, разрушать, то есть. Кто это там? Кто это чудовище? Приемник, серьезно? Попробуем эту стенку взломать. У меня же как раз есть эти штуки. Сколько мне здоровья полное. Так. Где-нибудь баллончики эти. Поместить ячейку, давай на десятку. То есть на восьмерку. А что ты, может, не хочешь их сюда ставить, алло? Ну? Цепную реакцию сделаем. Тут еще одна стена. А, нет, тут кто-то проход есть. Колодец? Ой, мины. Да, спасибо. Шарится где-то там. А, мины. Ну вот и главное это вот. А главный реактор этот. Вот здесь надо взорвать, наверное. Думаю, трех может хватит. Не совсем. Давай еще поставим. Мне не все равно как бы. Как раз все. Ну надо же было между стенками влезть. Так это же то же место, где я был. Ага. Получается, вот здесь внутри кто-то есть. Но я подняться здесь никак не смогу, чтобы заглянуть вверх. Тут дверь закрыта. О, вот здесь разве что можно быть. Кто-то ходит. Наверное, мины взорвались. Плохо попал. Так, есть где-нибудь слабые места, тут, которые можно развалить? Мне вон туда надо.
Ломалась стена, да. Что это было? Что это за оружие такое у него? Так, три штуки сиди, мне хватит пока. Какого? Сквозь стенки, блядь, стреляет. Ты смотри, не охренел ли вообще? Где он там, вон? Что-то пришел. А, тут двойная стена, думал, видел, там что развалилось, но нет. Так, давай еще подлечить. Здоровье кот наплакал. Сколько там? 7 ракет осталось. То есть этих. О, с той стороны вообще вход есть уже. Блин. Дай пройти. Стал тут. Тюлень. Патрон уже заканчивается. Вот-вот. Что за... Это у них оружие новое, блин, я еще такого не видел. Ну как, попадало по мне, походу, но... Нафиг отсюда. Мелочь пузатая. Ну, еще один робот прилетел. Надо их... Валить надо их. Точнее, не их, а надо убить сначала, потому что их приманят постоянно. Разрушил? Да, там еще есть. Все, что ли? Это кто-то шелестит еще. Я возьму. Ладно, давай эту хрень. Так, глушитель для топовый, причем возьму. Кто-то где-то рядышком. Все дымится, блин. Так, а давай-ка мы их. Что это? Ну не живое. Давай приманим. У меня же приманка есть. И не одна. Так, еще нам, может быть, что-то положить. Эми, Эми, давай, давай. Ну брось. А, это как граната. Ладно.
тут накрошил их. О, птичка, да. Где-то с этой стороны. Чуби нет. Бляха. Отпала пушка. Колотушка. Да я что иметь? А похоже ничего не было. Похоже не было. Что-то здесь есть. Так, кто тут пришел? Вот здесь кто-то бурчит. Ну ты серьезно, блин? Сквозь стенки фигачит и все, блин. Нормально. Вроде больше не должны прилетать. Это что там такое, вот это вот? Пулеметная турель. Я его, наверное, вроде сбил. Так, ну патроны я тебе, конечно, возьму. Что это было? А, это у тебя? А то мне ничего не надо. Пока турель тупит, реально тупит. Отпало. Что тут делается? Все дымится. Так, ну где у нас тогда этот луч, который надо было вскрывать? Это ж тут был. Я уже, по-моему, наверное, лутал. Эми. Шмэми. Да. Так, ну где этот блок, который надо уничтожить? Ну, это не ты. Тебя еще рано трогать. Где-то же он еще аж три этих есть. Там же луч такой должен в небо уходить, а их не... А, вот. Вон, так, стоп. Надо где-то дыру проломать. Вот здесь что-то есть. Так, у меня есть что-нибудь такое? Надо сначала хильнуться, во-первых. Только не этим же. Так, что у нас есть? Ну это ладно. Фейерверк это совсем не то. Эми. Это не то ты сделал. Давай электромагнитным импульсом бабахнем. Это нам ничего не даст. Пушку надо разбить, во. Вот что мне надо уничтожить. Тут одна и вторая. Тут две штуки в одном месте. Сколько патронов? 500, а здесь... Тут еще меньше. Давай на... Мины все взорвались.
Так. О. Ты взял или нет? Нет, конечно. Кстати, баллон. Шутники, блин. Так, давай-ка баллончик поставим вот здесь вот посерединке. Отойдем. И шмальнем по баллону. Да-да-да. Твоя очередь пришла. Сейчас начнутся мины, всякая фигня. Ой, я не туда побежал, да? Где она? Я провтыкал, да? Вот здесь она. Короче, там все так тяжело дышать. Может, пойдешь на превью? Да ёб, моё. Как-то так. Она была выше. Так, может, у нас что-то есть еще взрывное такое? Электромагнит и импульс. Во, давай сейчас. На восьмерочку. Нормально. Блин, патронов все очень-очень мало. Блин, все сквозь стенки летает, какой-то кошмар. Что-то у собак прибило? Это нет. Сами подлезли. Под выстрел. Фигня. Еще фигня. О, это уже что-то. Это я все возьму. Ты уже готова? Давай. Никакого баллона у меня нету. Большие роботы пришли, по-моему. Ой-о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 й. Это не бегство, это не вершина, игра вылетела. Так, выкинула меня куда-то, черти пойми куда. Так, я вот здесь нашел там этот пистолет-пулемет, вот. Тут на него глушитель есть хороший. Вот этот вот. О, серьезно, можно было на тот поставить? Не-не-не, сними. Удлинитель. А, так у меня вообще глушителя на нем нет. У меня удлинитель. Да, использовать.
А вот тебе поставим давай глушитель нормальный. Но тут нельзя. Блин, он только сюда идет. Вот зараза. Ну ладно. Верни обратно. Удлинитель ствола. А сюда тогда поставь этот насадку эту. Глушитель, точнее говоря. Мощный. Кстати, как он стреляет, где он там? Насколько тихо с этим. А что ты за патроны используешь? По-моему, 32 вот эти, да? И он там, блин. 9 миллиметров ПП. Так у меня же их полно. Или там какие-то особые. Может, эти? Нет. Ну, скоро... Ох, ни хрена там. Патрона внутри. 44. А ППшки... 37. Надо одни и те же патроны. Но с одной ты уже... Открывай давай. Где это я вообще? Куда меня закинуло, черти куда, блин? Почему, зачем? Зачем и почему, непонятно. Ты здесь я, что ли, был? Ну, блин, хрен его знает. Взяли миссию, скинули мне, бляха. Какие навыки там, журнал. Оу. Вот он, вирус, вот это. Отслеживай. Вот там вот он. Да, ну тут где-то рядом что-то было. Контрольное. Не там ли я был? Фиг его знает, блин. Игра заглючила и привет. Да, похоже, это то место. Хотя... Серьезно, мне все по-новому надо начинать? А патроны мои все пропали, блин. Вы что, охренели или что? А ну это, блин, капец какой-то. Не, это слабое оружие вообще очень. Блин, нет, это вроде бы по параметрам мощнее. Я все патроны... Ладно, мои патроны, что я потратил, сохранились. А миссия ни хрена не сохранилась, то, что я развалил тут все. Иди не свети меня. Стреляй уже. Тварь, блядь. Откуда у вас столько набралось мелких засранцев? Да что ты, блядь, не можешь вылететь?
Ладно, траты моего оружия сохраняются, а то, что я сделал, не сохранилось. Я сейчас там посвечу лазером. Все, кончилось все. Хитить, колотить, блин. Что за... Ни патронов, ничего нету. Хорош, что нам не осветить, ты собака, через стенки. Я присядь. Японский городовой. Блин, я забыл опять же, что там этот урод стоит, висит, то есть. Отпал, отпал, отлично. Рацию выкинь. Муха, блин. За него светил. Вот кто светил. И в баню, не мешай мне. И дверь закрыл, козел. О, серьезно, десятую? А у меня какой? Ай-яй-яй, твою мать! Хватит, пока хватит. Ага, тут получше будет. Снимайся с него.
Так, нет, это девай. Суперглушитель. Да-да-да-да. Ну, обойма хорошая нету. Прицела на тебя нету. Есть там... Не ори тут, блин. Орёт он. Эй-эй-эй, не видел. Последняя аптечка. Мины кругом. А вон. Это не мина, а вон. Дверь откройте, блин, козлы. Да вы задрали уже своим пиканьким. Так, не, лучше пулеметом вот этим МП5-ки буду стрелять. Где там электромагнитный импульс? Давай. Так, туда ходить нельзя. Тут, ну что там? 9 миллиметров это мне. Так, там внутри не помню, что я там делал. Меня сюда, по-моему, выперли. Сталь только. Тут я уже был. Ну возьми. Еще по кругу пошел или что?
пока не надо. Пока не надо. Это надо. По боку. Серьезно, ты в коридор. Бляха. Серьезно? Так, вижу, он реактор есть. Блин, дверь откройте. О. Доступ запрещен. Ну открывай давай, ничего не знаю. Придется дверь ломать. Патронов никаких. Вот это зарать можно. Робот за стенкой. Зараза, со своим новым оружием. Так, давай еще подхильни сразочку. Есть хоть одна? Ага, это может одна осталась. Подошел близко. Быстрей! Пушку ему отстрелил, колотушку. О, патроны, ящик патронов. Ой, мины. Куда ж ты пошел? Все? Какая аптечка? Нет аптечек. Кепка, давай. Какая разница? У меня есть что-нибудь туда кинуть, не знаю, там электромагнитную какую-то хрень есть.
задрали, блин. Куча такая, блин. Так, 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 магазин. О, сейчас посмотрим на него. Сталь, это мне не надо, у меня есть получше. Патроны, да. Вилы меня уже брала, я уже их разделал, мне не нужно от них толку никакого. Тихо, ты не ори. Дай твою... Так, я взял обойму, это на вот сюда. Какая там была? Одинаковая? Две одинаковых. А, блин. Ну ладно. 33 патрона всего лишь. За углом. Крысилась за углом. Мины. Не там не пикай мне на ухо, блин. Где-то с той стороны. А вот. Так, открывай эту хрень. Что здесь, перчатки? Это еще не все. У меня здоровья-то ведь нет ни хрена. Сейчас роботы будут идти со всех сторон. 5 робот. Есть большой. Где-то. Блин, у меня не разбито, что ли, проход туда? Не-а. Ты еще скажи, что ты не туда пробил. Да японский бог. Ладно, вот здесь проковыряем дыру. Вот тут вот сейчас поставим баллоны. Электромагнитный импульс нам ничем не поможет. А вот кислородный баллон или какой-то там газовый. Это другое дело. О! У меня еще, по-моему, что-то есть из этого. Да. Раз, два должно хватить. Ой-ой-ой-ой.
По-тихому будем. Сколько патронов? Мало очень. Каким хреном ты здесь пролез, а? А, у них дверь. Или это не дверь. Как ты сюда зашло? Вот здесь вот? Блин, я не сюда выйти не могу, они пролазят. Аптечка есть? Банан там еще есть. Все заряжено. Аптечек. Еще хоть что-то есть. Патроны просто на исходе. Все уже практически. Побежал на улицу. Большой робот, конечно, приперся. Но не один. Вот они. Так, электромагнитный импульс у меня там вроде где-то был. Так, пушка заснула. Снялась. Отлично. Тут такой закуток хороший, меня никто не находит. Отлично, это же зашибись. Живой, не живой, непонятно. Да неужели я это поборол, блин? Все рассыпалось, все роботы подохли, отлично. Давайте все, что у вас есть. Не особо-то много у вас хорошего чего есть. О, патрончики, это давай. У меня же вообще всего мало осталось. Просто капец. Так, слушай. Ну, на замену у меня там вроде бы есть такой, что-то типа этого. Нужен у меня этот, типа на коллекцию. Так, еще патроны. Там не были бронебойные. О, ё-моё. Я уже давно мог такими стрелять. Зато бронебойки все потратил. Я молодец, конечно. Блин, прибор надо будет разобрать. Ух, тут куча этих роботов. Короче, бери все. Отлетело черти куда. Все, поразбираемся, что. Оп. Ага, бегать не могу. Перегрузка.
Внезапно. Ничего, мы сейчас дойдем до места этого, откуда мы пошли, тут недалеко, в принципе. Я там разгружусь, все разберу. Так, ну что ж, на этом буду заканчивать серию. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока.